Всех приветствую, всех рада видеть. С вами я, Светлана, ваш таролог и проводник. Подписываемся, жмем на сердечко для энергообмена, пишем, да будет так, а мы пофиячим. И девушка, которая оплатила консультацию, ваши деньги дошли. Если вы услышите меня, увидите меня, зайдите, пожалуйста, в телеграм-канал. Мы назначим для вас удобное время. Или хотя бы пришлите свой счет, чтобы я вам их обратно отправила, потому что мне как-то неудобно, мне чужого не надо. Давайте посмотрим, проработал ли мужчина или женщина, проработали, да, свои ошибки. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что ждет ближайшее время. Давайте посмотрим, что было, что есть, что будет, о чем не знают. И чем сердце успокоит. Давайте посмотрим, что было. Что было. Да, показано, что было. Медленно все было. Медленно, непонятно, все на эмоциях. Кто-то медитировал. Показано. Может, знаете, здесь может быть и такое, когда люди на данный момент, может, находились где-то на отдыхе. И тоже может быть. Знаете, когда ходят по берегу моря, берут ракушки ухо и слушают. Кто-то мечтал, здесь показано, что было. Может быть, знаете, преграды были, потому что показаны вершины, холмы, да, вот смотрите, да. Там-то все зеленое, но вы сидите, как медитируете, да, как восстанавливаете свои силы. Девушка, мужчина тут пытается зарабатывать на метле. Знаете, у вас как что-то начинается, словно какие-то планы и проекты. Может, это связано с отношениями, с делами. С чем это еще может связано? Давайте посмотрим. Медитации. Тут мы уходим. Медитация показана, потому что у нас мы тут что-то задумали или планировали, да? С чем это связано в прошлом? В прошлом было все замечательно показано. Вы были счастливыми. Каждый вот показано. Мужчина, женщина, они были счастливыми. А здесь что показано? Сейчас обвинения эти были. Ложное обвинение показано, вы завершили отношения. Вот оно что показано. Там в прошлом было все хорошо до того момента, пока через какой-то период показано, да, кто-то кого-то обвинил в ложных грехах. И, скорее всего, завершили. Вот поэтому вы отрабатываете. Знаете, когда обвиняют человека в том, что он не делал. Как бы разрушил все ваши планы, проекты. А что сейчас? А сейчас показано, ну, вы здесь стабильные, ресурсные, здесь семья. А раз семья, значит, вы отработали. Кто-то для вас действительно отработал свои ошибки. Человек, скорее всего, осознал, да, пересмотрели свои правила, да, согласились с чем-то, договорились. Здесь семья, здесь карта такая высокоэмоциональная, карта ресурсности, карта стабильности, карта уверенности, да, показано. А почему показано страдаете? А вы страдаете, потому что пошли в новые отношения. Кто-то здесь показано пошел в новые отношения или попытался построить новые отношения. Смотрите, здесь показано, может быть, и такое, что, может быть, человек был и женатый, или замужем, потому что, видите, здесь она сидит одна, да? А здесь вот показано в настоящее время у кого-то семья, семья и все благополучно, но карты говорят, да, что, смотрите, кто-то пошел, вернулся или в свою семью, где был, или кто-то пошел в новое. Здесь кто-то понял, что, наверное, все-таки ничего не получится. А сейчас что? А, по дьяволу, потому что везде дьявол. Искушение. Да, это как любовные отношения. Значит, здесь меня смотрят люди, которые не свободные и находились в несвободных отношениях. Смотрите, это мужчина мог бы пригласить женщину куда-то на отдых. Здесь они встречались как любовники. Любовники.
Даже больше скажу, женщина от этих отношений могла бы забеременеть, даже показано. И у нее это как цикличность. Цикличность. Она сейчас сидит, переживает и не знает, что делать, показано. А внутри нее растет. Растет показанная энергия. Растет. Растет то маленькое. Здесь может быть женщина беременна находится, и такое может быть. А мужчина поматросил и бросил. Интересно, а он-то что думает? Он знает, что вы беременны? Он знает? Да нет, не знает. Нет, не знает. А если б и знал, то сказал, у меня уже дети есть, мне больше не надо. О чем не знаете? Смотрите, показано, вы мечтали. Он мечтал, может, тоже. Вы мечтали, да, что можете изменить эту жизнь. Выбрать какой-то путь, новое направление показано. Вам надо все изменить. Надо взять себя в руки, показано, да, и все изменить. И выбрать новый путь и новое направление, да, показано. Вам дано по вашей силе. Сейчас посмотрим. Да, смотрите. Вы одни не будете здесь показано, если кто-то вдруг свободный. Здесь показано, в вашу жизнь войдет он или одна. Вы здесь одни не будете. Женщина, которая мужчина, может быть, оставил в состоянии беременности или бросил, или женаты показано. Вы здесь одна не будете. Здесь карта силы, карта духовного роста. И смотрите. Вы, знаете, обретете такую силу, уверенность. Знаете, есть такие мужики, которые трусы. Самые формальные трусы, которые убегают от сложностей и трудностей. А есть умные женщины, которые не боятся умности и трудностей. А жена его знает, что вы беременна. О, какой шквал негатива. Да, знает. Скорее всего. Скорее всего, вы ему говорили, а он мог сказать, здесь такой негатив идет в вашу сторону. Но знаете, что я хочу? А что хотят сказать высшие силы? Вам все по силе дано. Знаете, когда женщина одна, допустим, да, показана, она вот соберет все силы, потому что она женщина. У нее есть мозги, у нее есть руки. Она будет трудиться, показано, ради семьи, для семьи. Да, будет много думать. Да, потому что она должна смириться с тем обстоятельством, которое оказалось. Но энергия и сила здесь есть, поверьте. Вы перезагрузитесь. Знаете, иногда детки дают нам столько счастья, да, и что есть ради кого жить. Да? И неважно, в радости, в горести есть ради кого жить. Перестаньте думать о плохом, думайте о хорошем. Карта совета, давайте посмотрим. Карта совета. Карта совета быть счастливой. Карта совета быть счастливой. Если Бог даст дитя, он даст на дитя. Вот карта совета быть счастливой. Перестаньте думать о тех, кто что думает. Их не мысли вас не должны волновать, интересовать. Вы должны думать только о себе. Потому что вы человек Бога. А все, что есть у Бога, Бог вам даст. Бог дал дитя, и Бог даст на дитя. Да, смотрите. И теперь смотрите. С появлением этого человечка внутри вас, да, вы обретаете силу. Он идет у вас как защитник. Поэтому с вами ничего плохого не должно происходить. Он вам покровительствует, он вам поможет выйти из какой-то цикличной ситуации, которая давно тянулась, как, знаете, вольет у вас жизнь, да, где вы, смотрите, вы в какую силу обретаете, вы с ним будете контактировать, да. Вы этот клубочек развяжете. Почему? Потому что вы поверите в свою силу, в свою стабильность, да? Вы сделаете осознанный выбор, да? Потому что то, что было вокруг вас, это все ложь, обман и предательство, да? Где вами манипулировали, командовали, хотели вас использовать по-легкому. Смотрите, это принудительное завершение. У вас внутри уже все перегорело, поэтому перестаньте думать о плохом. Вы, смотрите... Вы получаете силу мага и волшебника. А значит, у вас есть сила мага и волшебника. Ох, какие карты. Вот смотрите, вот они идут по порядку. Вот. Здесь у меня маг и волшебник. Вы словно через это должны были пройти. Смотрите, у вас открываются все двери.
С рождением этого ребенка вы обретаете силу, уверенность, у вас открываются все двери. Да, ноша, это ваша ноша, да, это придется взять эту ношу. Ну, смотрите, что здесь, да? Дар, дар. Мысли, я умею считывать мысли, я исцелилась полностью, да? У меня дух воина, здесь очень сильный человек, очень умный, очень сильный человек, который никогда не позволит, чтобы было неправильно. И в этой сложной ситуации показано, вы выстоите, выстоите в этой схватке, в этой битве. Почему? Потому что жизнь такова. Нам жизнь поставляет подножки, только нам решать, как жить дальше. Вот вы и принимаете решение, да? Зачем нам кого-то что-то выпрашивать или просить? Вселенная все даст. Это и есть тот смысл жизни, да? Иногда такое бывает, ну, не получается с мужчинами, а возраст и время подходит. Иногда женщина рискует тем, для того, чтобы забеременеть. Может, ей для нее это было очень важно. Это, знаете, когда человек сидит и думает, может, и такое, женщина поехала на курорт, а там забеременела. Для нее это был как выход, как шанс, как возможность. Поэтому все, что вы сделали, по воле, это не только по вашей воле, но по воле Бога. Так было написано, предначертано. Поэтому вы, показана дочь Бога, мужчина здесь показана, мужчина должен отработать свои ошибки. Мужчина не имеет права отказываться от своего ребенка, он должен ему помогать. Это его главная задача. Если мужчина не отработает над своими ошибками, здесь показано, да, это быть мужчиной. Не важно, что там произошло, важно быть человеком и признание своих ошибок. И знаете, да, я был неправ, да, так получилось. Я тебе буду помогать. Мужчина должен быть таким. И не важно, где вы находитесь, какое вы вероисповедание, какой у вас языковой барьер. Это ваша ошибка, но это ошибка, которая, и знаете, как несчастье до счастья приносит. Это то, что ради чего стоит жить. Именно ради этого. Поэтому в это и заключается счастье, в материнстве. Счастье любить, любить то сокровище, любить то нежное, маленькое, те ручки, те ножки, эти глазки, ту попочку, свое родное, своя ноша не тяжела.